Ребята, с вами канал Пестово Шоу Лиздан ТВ, и сегодня моя мама будет отвечать на ваши вопросы. Давайте приступим. Всем привет. Ну что ж, первый вопрос. Она не против, что ты ведешь YouTube канал? Нет, совсем-совсем не против. Следующий вопрос. Кто ей больше нравится, кошки или собака? Мне больше нравятся кошки. Видите, я сама кошка. Следующий вопрос. Ее любимое число? 17. Ее любимая еда? Это надо подумать. Креветки. Любимые животные? Любит ли животных? Люблю кошек. Смотрите, какие мы милые кошечки. А нравится ли ей LPS? Конечно, иначе бы я столько LPS не купила бы своим детям. А любимое хобби? Я люблю читать и вязать. Следующий вопрос. Сколько лет? Такие вопросы не задают девушкам. Давай, отвечай. Ну, посчитайте сами. 30 плюс 8. Как зовут? Анастасия. Что делаешь по выходным? Домашние дела делаю по выходным. Ну, это все. Всем пока. Вы были на канале Пестово Шоу Лиздан ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока-пока.